Челябинске начнет работу первая в России биржа по торговле металлами. Напомним, такое решение озвучили полпред Николай Винниченко и губернатор Михаил Юревич. Это будет филиал на базе товарно-фондовой биржи Санкт-Петербурга, и первая сделка должна пройти уже в марте. Такая система торговли станет индикатором цен на рынке металлов. Южный Урал нередко называют стальным сердцем России, но вместе с тем местные машиностроители нередко закупают прокат за границей. Вопрос о справедливом ценообразовании стоит очень остро. К нам, например, не хотят приходить иностранные инвесторы в машиностроение, потому что стоимость металла порой здесь, где металл производится, намного дороже, чем у них на родине в Европе, и уже готов, и выгоднее привезти готовую продукцию, а не сделать ее здесь. Вот такой диспаритет цен, надо обращать на него внимание и медленно устранять. Предполагается, что в работе биржи примут участие крупнейшие металлургические предприятия Уральского федерального округа. Свои заявки они должны отправить не позднее 15 февраля.